なんでもないんだけども、重心で動く、だから足で動いてるんじゃなくて、この両足のバランスで動く、重心で、重心の移動を決める。だから自分の腰の力を入れてさ。Именно ваша главная цель именно как передать вес, то есть не шагнуть просто. Именно ваше вес чувство и движение и передача. Это цель. Тогда, что мы сделаем? Strong. Идея strong. И параллельно правильно руками под плечом и как подъем, так движение. И осанай. Не с вами руками не толкать. И правое, и левое, то же самое это ощущение. И снова опустите в вас. И потом от этого бедра крутится. И передать свой вес к парню. Это право, это неправильный пример, так. Это как что-то неправильно. Правое это левое, то же самое ощущение делает. Передавая место правое, и потом корпус крутится. Тогда после этого правое только правой рукой может. И левое рукой тоже, одной рукой тоже может помочь. Это место не важно, на голове тоже может помочь. Если я потеряю прямо свое место баланса, то сразу этот партнер восстанавливает свои позиции. Так, この айкидо は基本動作とか基本技とかやるのは、それを覚えるため、ファイトじゃない。Да, чтобы тренироваться кихон ваза, кихон это базовая техника, именно чтобы научить, как правильно это передать вес, это не для борьбы. Так, да, ここまでも強くやるんじゃなくて正しいやり方でやるんじゃない。だから力じゃなくて本当に腰と重心でやるんじゃない。То есть не физические силы, не скорости, именно как правильное положение, как правильное движение. そうしないと皆さんは黒火になったらストップ、どこも行けない。Если как с самого начала неправильно изучают, то у вас, допустим, достигнут черный пояс, но дальше у вас нет возможности достичься. Как будто вы научили кого-то любой технике, но это только верхности, вы в случае не поняли и продолжаете, и потом останавливаетесь. で、本当に腰から動ける。あ、先ほどのビジネスは、今、ラサブレアでやっちゃって。で、終わった時にバランス取れてるかとか、こうなっちゃう。パトン、サブシェニエと、なんだ、サブランゲージバランスプラグ。いつでも、パッとしっかりきたバランス。ね。で、それを一緒にお互いに確認しながら、やると。リボンの面で、なんだ、サブランゲージプラグのバランスは、いい、パンドラ、パンドラ、各種、スパイバーシャパンドラ、サブネアティ、イリネスプラグ。特に、指導者とクロビーは、力使ったら、特にちょっとね、年取ったら若い人と負けます。それはそのインストラクター、あれそれでサーモン、成長、こういうことを鍛えて、ビジネスで、と、まず、через несколько лет、вы не можете бороться с своими молодыми поколениями。だけど、それを意識してたら、限界がない。Поэтому если вы правильно понимаете, что надо искать это айкидо, то тогда у вас нет ограничений не будет. Именно как белый правильно. Тогда боди лайн. Это именно самое часть правильное, это положение курс. Что-то у тебя не дает еще. Так, это положение.